Как одинокая мелодия постепенно насыщается новыми звуками, так и конкурс юных органистов постепенно набирает обороты. Он существует всего 3 года, но уже стал довольно заметным событием в мире музыки. Елизавета Хисина постигает тайны органа в музыкальной академии имени Гнесиных. Со стороны кажется, будто чувствует она себя довольно уверенно. Позже признается, волнение было, даже несмотря на богатый исполнительский опыт. Мне предложили заниматься органом, когда я играла на фортепиано довольно долго уже. Уже 10 лет, наверное, я играла. И мне стало интересно попробовать новый инструмент. Я волнуюсь всегда, чтобы все получилось. Волнуется не только Елизавета. Пока в зале строгое жюри оценивает мастерство участников, в фойе также можно наблюдать переживания исполнителей и их мам. Впрочем, эти люди уже победили, выбрав для изучения такой сложный, но необычайно красивый инструмент. Им низкий поклон, что они этим занимаются, все дети. И спасибо огромное и преподавателям, и родителям, которые, несмотря на трудные условия, дома нет инструмента органа, но они приезжают, занимаются и утром, и вечером, и время мало, и делают успехи большие. Всего в конкурсе приняло участие 22 исполнителя, в основном из Москвы и Подмосковья. Об уровне творческого проекта говорит и состав жюри. Кроме преподавателей российских престижных учебных заведений, в него вошел выпускник Королевской академии музыки в Лондоне, лауреат международных конкурсов Ричард Бризье. На меня произвело огромное впечатление выступление юных органистов. Их уровень очень высок, и несмотря на то, что выбрать нужно было только несколько победителей, все выступления были достойны. Хочу пожелать им успехов на этом поприще. Всех конкурсантов разбили на 3 номинации в зависимости от возраста, что вполне логично. Также надо отметить, что награды получили почти все участники, так как внутри каждой номинации разыгрывалось несколько дипломов. Хочется также поздравить педагогов, которые подготовили этих ребят к сегодняшнему выступлению. Очень рада за вас и желаю вам и дальше с таким же усердием, с таким же рвением, с таким же самоотверженным чувством заниматься с вашими детьми. Поздравляю! В следующем году планируется, что конкурс расширит свою географию и увеличит количество участников. Максим Козлов, Егор Клябич, Сергей Ларин. Видное ТВ.